Учиться дистанционно, готовиться к олимпиадам и конкурсам, пользоваться всеми богатствами электронных ресурсов интернета. Но планшеты есть не у всех школьников. Акция «Единая Россия. Помоги учиться дома» призвана решить эту проблему за счет добровольной помощи организаций и партнеров-волонтеров. Подробности у Али Боташева. Чтобы у тебя была возможность хорошая заниматься в интернет все время, мы тебе вручаем сегодня планшет от «Единой России». Дмитрий Моторин получает долгожданный подарок прямо у ворот собственного дома. Планшет стал достойной наградой за хорошую учебу. Нужно быть трудолюбивым в любой сфере деятельности. Главное все делать на совесть. Угу. Ты планируешь дальше продолжить обучение, да? Да. Я хочу стать профессиональным программистом-айтишником. В тех условиях, когда дети у нас не могут прийти в школу, они обучаются все дистанционно. Нам очень необходимо, особенно в нашем районе, средства информации, через которые они будут заходить в интернет и обучаться. Нам сегодня подарили планшеты, потому что наши ребята обратились на сайт «Помоги учиться дома». И мы очень рады тому и благодарны нашим спонсорам. Для получения гаджета необходимо оставить заявку на сайте «Помоги учиться дома». Списки нуждающихся сверяются с Министерством образования и науки Республики, где определяют, кто получит помощь. В приоритете школьники, которым необходимо готовиться к экзаменам. Еще одной счастливой обладательницей планшета стала восьмиклассница Анета Чирикашвили. Да, очень рада. Спасибо за сегодняшний подарок, планшет. Я благодарна «Единой России» и спонсору Бадашеву Аслану. А как вот раньше вы обходились? Вы в интернет не заходили, только в школе, да, получается? Дома не было возможности, да? Организаторы всероссийской акции «Помоги учиться дома» – партия «Единая Россия», агентство стратегических инициатив и Министерство просвещения. Пользуясь случаем, хотелось бы огромную благодарность уже выразить нашим депутатам. В первую очередь, это и депутат Народного собрания Баташев Аслан, который один из первых приобрел 15 технических средств. Это планшеты, которые переданы были уже 10 в Урупском районе. Он, благодаря его усилиям, потребность Урупского района, детей из Урупского района полностью была закрыта. В ближайшее время мы планируем еще удовлетворить потребность еще. Там порядка 35 заявок у нас. Акция продлится до 30 сентября. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район.